Ну и чего ты туда забрался? Уходи оттуда, уходи. Ну вот, мы снова с вами на даче. Здесь я смотрю, девочка обучает своих старых собак. Одной 14, а второй 8. Не знаю, чему она их может научить в такой момент. Я вчера здесь был, как бы все подстриг. Сегодня у нас с вами, конечно же, основное это фотографирование. И я запасся нужным инвентарем. В магазине купил это выпросил у дачников смородину красную. И вот сегодня мы с вами начнем. Начнем с самого простенького. Жалко, что как раз тут такие хорошие отражения, пока я настроюсь, их не будет. Но, может быть, я смогу развернуть эту дверь. Для начала, я думаю, мы соорудим с вами что-то совершенно простенькое. То есть вот чашечка с горочкой вот тут. Стелим эти наши ягодки. Так. И просто веточку. Такой, знаете, незамысловатый натюрмортик. Я вот думаю, может быть, сюда чашечку еще поставить. Хотя меня удовлетворит для начала просто вот такой момент. Вот так. Теперь я решил сменить подкладочку, что-то мне светлое слишком чистое, чистое показалось. Здесь мы поставим отражатель. Вот так. Так. Если что, здесь поможем с фонариком. Да? Вот так, допустим. Ну-ка. Сейчас я возьму. Настроимся сначала. Такой, чтобы чуть повыше поднял, как бы мне кажется, не хватает объема. Да что ж такое-то? Не идет. Так, теперь мы видим, что солнце начинает действовать, да, потихоньку. Ну что, или подождать, или фонариком подсветить. И то, и другое. Ну а все, пожалуй, пошли завтракать. Заодно посмотрим, что мы тут наснимали. Ну что ж, дорогие друзья, давайте теперь посмотрим, что мы тут наснимали с вами. Да. Вот на белом фоне. Не знаю, я с самого начала как бы посмотрел. Вроде бы ничего, но ну невыразительно как-то, ну. Это сливается, и мне тогда пришла в голову идея сразу поменять фон. Хотя можно, конечно, было на этом оставить, как-то подождать, когда свет придет, может быть, другой. В этом, может, было дело. Но, во всяком случае, вот если мы сейчас выровняем, так, возьмем, так, так, да. Ну, вот такой, как хотите. Может быть, кому-то так больше понравится, может быть, нет. Но мне кажется, это как-то чересчур. Ну вот так. Ладно, мы ее пометим сейчас на всякий случай, вот так. А теперь посмотрим, что случилось после того, как мы поменяли фон. Ну, тут и солнце немножко выглянуло, сразу же нам повезло, да? Вот, и мы видим уже совсем другую картинку. То есть, вот это я хотел, такие переливы красного, от темного к светлому и совсем светлому. Тут не удалось подсветить, ну да, ладно.
Может быть, в следующий раз. Вот, теперь видите, совсем другое дело. Вот когда солнце скрывалось, то это было не так. Но если добавить здесь экспонир, ну нет, нет, не хочу я в фотошопе этим учиться, когда солнце само должно для меня сделать было рисунок. И оно его сделало. Вот в этом особо хорошо видать. Видите, листья осветились, и тут тенечек хороший, и тут, ну, в общем, вот это идеальная, по сути дела, фотография. Посмотрим дальше, может быть, еще лучше найдем. Так, а это с этой не... немножко сдвигается, я бы хотел, чтобы вот то, что здесь на листьях, вот это, да? Ну, вы поняли, да? Нос от Ивана Ивановича... Брови от Сергея Сергеевича, как говорил Гоголь. Так, вот, очень-очень-очень неплохо, да? Тут я даже сейчас начну сомневаться, что взять. Что взять. Тут вот листочки прям мне очень нравится рисунок. А здесь, ребята, я, наверное, буду комбинировать. Что-то мне такое сдается. Ну-ка, если я сейчас... Просто экспонат подниму. Нет, это не даст того, что дает натуральное солнце. Вот этот мне листочек, вот это вот все мне нравится. Ну а там мне нравится вот именно вот перелив этот тоже вот хороший. Не знаю, посмотрю. Дальше пошли. Я начал чашку ставить. Ну, удлинил как бы ее, можно длинно. Это, и у меня была такая мысль, сейчас я вам покажу, что за мысль у меня была. Сделать такой, знаете, длинный баннер. Так, еще раз. Такой длинный баннер, и состоящий в основном из вот ягод. То есть я хотел сделать вот такое. Может быть, и есть смысл, ребят. Но, во всяком случае, давайте мы посмотрим дальше, что у нас тут творится. Потом я начал двигать. Видите, то у меня прямо в линию было. Поднял немножко камеру, начал двигать. И у меня получился совсем-совсем неплохой натюрмортик, да? Сейчас мы его... Тут... Тут и тут подвинем. Вот так. И выглядит тоже так-то довольно-таки неплохо. Идем дальше. Тут я совсем вверх задрал. Положил всякие листочки для красоты. Подвигал, подвигал. С диафрагмой поиграл. И вот тут дождался, был хороший свет. Ну-ка. И я его испортил тем, что сунул сверху листочек. Ну, это как раз малозначащая проблема, ребята. Потому что мы все равно это обрежем. Вот так. Да-да-да-да-да. И вот тут. И красивый солнечный рисунок. Если мы еще чуть подымем. Ну, подымем как? Опять же. За счет вот этого размер побольше сделаем. И вот так. С фонометом здесь поднимем. Не хочу в такое играть, честно. Честно, не хочу. Когда есть свет, искусственно всегда проигрывает ему. Вот так. Так,
Пойдем дальше посмотрим, что тут у нас еще. Ну вот я тут поставил этот кустик. Не учел того, что у меня диафрагма стояла 1,6. И при 1,6 удержать очень ровно было сложновато, да? Как видно. Поэтому размыто получилось несколько. Ну, не знаю, может быть, это тоже имеет место быть. Может быть. Сейчас посмотрим вот так. Может. Скажем вот так. Так, и посмотрим дальше. Ну, тут уже я поторопился, пытался свет поймать, и у меня все размыто. Так, ну что, где у меня сейчас только я делал? Это чуть-чуть вспомнил. Вот так. Так, посмотрим. Сейчас где у нас. И выберем самую красивую, да? Давайте скажем выбрать все. А нет, с рейтингом не надо мне все. И открыть изображение. Ну вот, дорогие друзья, в принципе, это проигрывает, ясное дело, мы ее сразу убираем. Здесь единственное, что, ну, немножко коррекции добавить, допустим, да, на ягоды только. А остальное, наоборот, затемнить. То есть вы знаете, как это делается, не проблема. Так, дальше смотрим. Это очень красивая штука. И это очень красивая. Они одинаковые, по-моему. Но это и не... Сейчас посмотрим, что вот это более пропорционально. Да? Единственное, что мы подвинем вниз. Слишком широкий, вот так. Ну все, оно готово. Так, дальше смотрим. Тут тоже надо выровнять. Туда. Так, стоп. Я сказал выровнять. Вот так. Тоже хорошо. Ну, здесь просто высветилось красиво очень, да? Мы уже с вами это видели. А это очень чудесно. Вот. Это с этой, ну просто, я не знаю, что-то фантастическое. Это тоже. Так, ну это можно так и оставить. Это какая-то такая не очень взрачная. Ну а это можно посмотреть, сделать вырезку. Допустим, вот так. И тоже над ней чуть-чуть контрастом поработать, и все. Так, ну мы с вами на чем остановились-то? Ох, как красиво. Не знаю, ребят, я очень сильно озабочен теперь. Тем, что происходит. То есть и это красиво, да? Надо ее выпрямить ее сначала, а потом смотреть. Так, вот мы ее выпрямили, так хорошо. Теперь это тоже выпрямляем. Ну вот, назовем это первое,
Вот это вторая. Вот это третья. И вот скажите мне, пожалуйста, какую бы выбрали вы? Это мне интересно. Я сейчас немножко с этим позанимаюсь, где это затемнил. Ну, сделаю так, это... Ну, что ж такое-то, а? Что же выбрать-то? Не знаю. Не знаю, ребята, не знаю. Я буду думать. Ну, а вы мне скажите свои думки. Да? Всего хорошего. Пока. А, результат вы можете у меня на ВКонтакте посмотреть. Когда я уже оформлю немножечко, да? Давайте. Всего доброго. Теперь точно пока.